Толку что-то говорить. Людям по-человечески жить хочется. Это вы здесь около 27 лет живете, получается? Да. С 93-го года мы здесь живем. И кроме обещаний, ничего, никаких реальных... 94-й год обещали расселить. До сих пор вот все обещают, обещают и обещают. Это... Жить хочется человеком, как человек жить хочется. У зверинцев, я говорю, вон штатах, посмотри. Собаки лучше живут, у них шикарные комнаты и мебель. Где-нибудь там можно... Потому что вот в соседней квартире там у них тоже трещины. Здесь, да? Были. Я могу вам... Я все замазывала. Я сама строитель. Сами замазывали, да? Конечно. Я же штукатур, маляр, облицовщик, плиточник, мозаичник. Здесь засниму. Сама все делала. Сейчас из-за гипертонии вот пока состояние даже толком... Вот... Надо смотреть именно с подъезда. Надо смотреть на балкон. А с балкона труба. Хорошо, я его помыла, сама полезла, и она на меня свалилась. Вот эта вытяжная, да? Да, это я уже заставила, они ее мне переделали. Угу. А это вот еще пока вот... Вот они вот трещины вот идут, прям по потолку. Здесь я не красила ничего. Трубы у нас уже в ужасном состоянии. То камень вот такой вот писал, на честном слове. Потому что так дом старый. Все, сыпется, все падает. Соответственно, здесь мы выходим на проблему гражданской ответственности, да, когда он постоянно разрушается. Здесь вот флаги зависели уже. Потому что там обои не держатся. А двухъярусную кровать получается вынужденно пришлось поставить, да? Да. Вынуждена. Для экономии места. Ну да. И экономии места, и плюс из-за того, то, что ребенок, вот окно. Я вот сейчас проще сделаю. Вот, смотрите. Угу. Вот они. Залили пеной, и все, все сыпется. На откосе трещина. Я ее сколько не заделала, она все равно не убирается, она еще больше делается. Обои не держатся, потому что эта стена всегда мокрая. Она постоянно не успевает... стена, да? Да, она не просыхает. Угу. Обои поэтому не держатся. Вот мы поэтому и сделали... Это само по себе обваливается.